Следует. А мы думали, что так можно было. Да стоп, секунду. Короче, попробуем сейчас так. Первый лучик, который появляется, чтобы на боссе не стакалось, их забирает монород. Дальше Редвар также забирает креста. Редвар забирает также креста на себя. Войд забирает на себя провидца и подводит его под луч. Я с Калатом на боссе. Монород ловит стаки, если, ну, моба не идут, блядь, ну, то есть босса, чтобы не шли. Вот, если он превращаться не будет, это будет заебись. И, опять же, когда превращается вот этот, блядь, моб в эту соплю, монород забирает ее на себя и отводит, чтобы РДД-зона ее сливала. Вот, а Войд с этим, с Редваром, вы тупо на мобах. У вас два моба. У Редвара моб, который должен сливаться. То есть Редвар анонсишь прист на мне, давайте вливайтесь. И все, и все вливаются. Провидец на Войде. Войд водит возле босса провидца, закрывает им лучи, чтобы этот провидец превратился в ебучего моба. Вот. Когда моб появляется, монород его забирает, отводит за другую зону, и бой идет следующего провидца. Грубо говоря. Бой, понятно, нет? Да, я понял, провидца этот самый, ну всегда типа, вы всех провидцев под лучшей башни. Да, ты всех провидцев ловишь и превращаешь их в ебучих этих мобов. Я вам анонсить не буду. Как вы видите, жреца под боссом сразу вливай. Понимаешь, мне нету времени отслеживать косты босса и, блядь, этих жрецов ебучих, когда их там надо сливать. Заходите на вот стрим. Фаталити Кунглау сейчас покажу. Вот, вот почему я анонсу, чтобы... Что там с монородом? Может, это босса? Ну, у него там столько одного там. Если он не относится, то есть он стоит. Так может 5 килов пойдем? 4 танка, чё? 5 танков, 3. Подожди, я хочу затестить ставки, я хочу затестить, блять, как оно будет получаться. Ты знаешь, по 50% в воздух, практически 4 кило. А можно вас в одну пати собрать там? Каску кулак дайте по монороту. Все, монород, все хватает. Кто первый? Давай я начну, ты второй. СС по мне и по Кавату, короче. Если что, Кават анонси по Аббл, там еще эту хуйню. Поехали. Я буду анонсить, когда вызываются прислужники. Вот, портал первый пошел. Мобы появились. Вынеси. Жреца отсвечиваемся, все. Вы умрете.
Леха, не надо было. Да позже отзабей. Народ превратил. Забери моба, отведи в сторону. А народ-то подними же, наверное. Это... Блядь, стаунтите кто-то на боссе, пидор этого с меня, он убьет меня сейчас. На 5 секунд. Чё там с огромным? Таунт, нажмите на него, блядь. Открывай, потому что у меня нет, блядь, огромного. Нэн, подними. Бабл жми. Женуэн, блять, подними Монорота. Его нельзя резать. Его нельзя резать. Из него вышла сопля. Все, про этого игрока можно забыть. А, нельзя? Значит, тогда этот сам будешь отводить этих. Чё тебя убило, блядь? 20 стаков. Вот, что тебя убило? Да вот этот провидец игущий убил. Как он тебя убил? Просто ебанул с руки. Просто прибежал провидец, дал в лицо. Серьезно, ложитесь. А чё по нему тогда 20 таков было и нихуя не происходило? Забагалось что-то. За солнечный И чё, если он взрывается, то его резнуть нельзя, да? Да. Нет, а это нельзя. Всё. Я поэтому и говорю, может быть, какие-то локи. Это и ДПС апнет ненадолго. У них и сама отхил. Такие стопы всегда будет. А, да. Нет, я имею в виду сдохнуть до того, как из него сопля выйдет. Зайти в лужу, сдохнуть, это БРов надо такое. Ну да, у нас два БР на рейд. Это два невыполнимо БР... сегодня. Это вообще невозможно, нахуй. Тут, ну да, сов, нахуй, топовых три штучки. Эрдрушечек. Котов нахуй, кливеров. Друидов. Короче, ладно, не стакайте стаки, забейте. Все делаем обыкновенно, как и делали без стака и не стака. Танки, блять, смотрите очень аккуратно. Я вчера рассказал, как убить босса, я не понимаю, почему нельзя попробовать это реализовать. Сейчас рейд хилов не фул. Сейчас мы... Да при чем тут это? Мы то же самое сейчас... Ну потому что даже вчера изобрели велосипед. Зачем-то убиваем сами жрецы. Ну, блять, вот как ты настакаешь на... Ты видишь вообще? Как ты настакаешь на жреце, блять? Стаки, если, блять, на правице даже не стакаются. Тебе получается 4 ебучих моба, пока настакаются на этих двух. Там оно, понимаешь, почему не стакается? Вот луч, когда идет, он идет определенное время. И пока это время идет, этот ебаный провидец, он даст 10 тысяч костов, и он еще бурю, когда кастует, ты его хуй еще сдвинешь, блядь. Я понимаю, если бы они не кастовали, а просто били в миле, допустим, там, ударом героя, блядь. Так их можно было бы водить, тут нахуй восьмерки выписывать. Они, блядь, не такие податливые, понимаешь? То есть, это большая разница. Все учитываю. Делать надо именно так, как я говорил, чтобы был прогресс с убийством босса. Ты никак не сольешь двух, блядь, мобов со стаками. Ты не наберешь на них стаки, просто не наберешь. Если ты мне покажешь, как это сделать, окей, без проблем. Но ты не наберешь, блядь, стаки на двух мобах. Это нереально, блядь. Поехали. Все здесь, все готовы, погнали. Одного моба надо сливать в любом случае. На втором набирать. По следующем там где-то да можно на этом и на этом мобе набрать, но блять вначале ты никак, сука, не наберешь. У тебя выходит уже 4 моба появляются, а у тебя на этих еще ни хуя не настак.
Луч появился. Лрей не смущает. Ничего. Вы умрете. Моба. Луч закрываем, креста сносим. Ёбаный рот. Баблись. Следующая врата. Заебал. Зачем ты стал? Да я не того стал. Че страшно. Ставишь все это. А он? Кастует петух этот ебучий. Сейчас нет. Монород поднимай. Бег метку на босса перевесь. Да. Слой бег метку на босса перевесь. Ну, хорошо. Моба, отводи монород, забирай с Войда. Метка в рейд. Элбрил, чё стоишь? Вы умрёте. Жреца под... Чё там просите сдох? Эти кастанули, пидор. Пусть я сам вставай. Всё, да. Жреца, блядь. Монорота чё не просил? Да потому что сдох хил. Остановись, Войд, на босс. Давай я сам лично мобов положу, блядь. Лучше будет. Монород отваливается. Затаунтить моба сложно. Да тут пиздец какой-то происходит. А чё монород же, наверное, творит? А там, кстати, этот жрец, он что-то выходит, вот, например, выбрал прость, и все, он бежит на него. Радвар у него дает чардж, там что-то бьет какие-то кнопки, я напуливаю, но ему пофигу, он идет и кастует кару по прости. Таунт надо давать. Я верю в Радвара, я верю в то, что в этих кнопках был таунт. Промах там просто. А у варов есть дразнящий удар? Есть. Но это в мелизоне надо быть. Минута КД. Я тебе чаш, даю таунт. Делаю кривое слияние на нее. Все, мог. Просто промахнулся таунт. Все. Кровое слияние, огрони наперед как. Кстати, чтобы сделать. Потому что у меня кроме вихря нихуя нету, блядь. Это нахуй не надо. Вообще никак не поможет тут. Блядь, ты меня слышишь? Я тебе говорю, у меня агра нет нихуя. Ну я про то и говорю. Хоть Т5, хоть Т10, два куска, они никак не помогут. Кровоизлияние агру не наберет физически никак. Вихрь, пока ты будешь ждать, блядь, тоже нахуй. Блядь. Единственное, чем ты агро можешь набрать, это бросок героический или чарж плюс удар, щит, мощный удар щитом. Все. Больше ты ничем не наберешь. Любой скилл больше агро наберет 10 раз, блядь, чем кровоизлияние. Вихрь ждать вообще смысла нет.
Так а чё, там на пул не вариант дать, что ли, у него, ну, этого блядь. Моба? Всё это как бы вариант. А, ну это придётся цели переключать. Вар это такой ебучий танк, что он на РНЖ почти никуда не делает. Чтобы им набирать огромное, как били подходить, блядь. Да при чем? Я даю таунт, кидаю, блядь, щит, все. Да он промахнулся таунтом, понимаешь? Как бы там... Извините, масс-рез, у многих нет КД. Бля, Калат, честно, с удовольствием, только они лягут на босса за... через 30 секунд. Ты знаешь, пока вот я жреца танкую возле босса, блядь, с меня раза три нахуй срывает агро. Я, блядь, просто таунт нахуй, по КД жму, блядь. Это нормально? Это нихуя не нормально. Ну, смотри. Жреца бьют, давай посмотрим, бьет Даркис, топ по агро, топ по ДПС. Вот на него кидай бдительность. Поставь Тимыч в рейд для еще одного БР вместо меня, я пойду кое-что посмотрю, может быть смогу еще раз что-то объяснить. 4-3 разбойника в рейде, что не хватает мозгов напулить на протовары Эдвара, блять, жреца или что? Там три на пула этих, такое агро дадут, что ты хуй кто сорвет. Бля, тут просто понимаешь, почему, типа, нам с Калатом достаточно одной тычки, блядь, чтобы этот моб был на нас, потому блядь, что у вас 600 агро, блядь, его... с тычки дается, а у нас такого нету. То протопалов такое есть. У меня казнью стабильно агро набирается, не по 600 с тычки. Порезайте вы всех, чё вы это... Я порезал слов, блять, вы порезаете до магера. Протопал это уникальный танк, блядь. Ставьте шкаф. Настолько уникально, что это опять сам, блядь, за него делается. Охуенно, блядь. Да, да. Не, у нас тоже хороший топ-5. Не настолько, блядь. Еще у нас нет ревна стало, нет баб, у нас нихуя нет. Просто говно. Тимыча, присмотрите. Просто изводить шмотки на нас, на бесполезных уёбках. Так, короче, этот. Становишься войд на босса и таунтишь босса. Mm-hmm. Потому что для варов, блядь, больше тут нехуй делать. Это и, точно. Этот, по поводу мобов. Я забираю провидца, нет, я забираю, короче, этот. Жреца, монород провидца. Дальше этот, Редвар, ты, короче... Когда появляется вот эта сопля, таунтишь ее на себя и уводишь в сторону. Как скажешь свичиться туда, тогда свичитесь РДД. Все просто. Дай проверку. Так, еще раз. Редвар сейчас на боссе, ты на трэше, да? В тебя на пул. Войд ну. На боссе, Кават на боссе. Редвар ловит соплю, которая появляется, справится при взрыве от стака. Ну я понимаю, что много резист. Блять, смотрим. Если да. Что-то не то, Тима здесь. Все, все здесь, поехали. Стой, стой, нигде он не здесь, он в Аргримаре сидит. Че его нет? Здесь спросите. На корде нет он. Чек надо показывать. Ебать, да ну ты же в рейде, посмотри, конечно ты нужен, если ты во второй пати. О, БР, БФС. Надо ему в диз зайти. Это все-таки БР. Короче, этот. Закиньте СС по Войду. Пока ват пока что не надо. СС по Войду. И потом, если что, обновить. Дай проверку. Здесь он уже нет. Мы без рыбы, да? Да, это без я рыбы. Он поставил еще одну. Так, короче, я на жреце, а народ на провидце. Это ты, если что, войд на боссе, Кават на боссе, Редвар, блядь. Когда моб превращается, забираешь на себя. И в
сторону отводишь от РДД. Когда наберешь там более-менее хотя бы агро, скажешь свичнуться РДД. Все, поехали. Лёх, ты не против себя на тебя метку ебануть? Зачем? Чтобы посмотреть потом позиционку по видео. Как в тот раз, да, по мобам играем и по боссу, да? Да, босса играем. Появляется жрец, играем по жрецу. Травиться не надо. Первая активация врат пошла лучше. Можете немножко стаков там набрать на нем. Кому надо. Чуть-чуть, буквально 2-3 стака. Череп там выйдет. Мой, видишь, свой? Да, вижу, нету монет. Приз за мной идет, под босса ставлю. Все поехали по кресту. Быстро. Откинул. Все, дальше играем. Сливаем, активнее креста хуярим. Быстрее. Долго бьете. Я подвис. Откинул. Все, дальше. Добиваем креста. Череп. Все, добили этот по правицу, под Вадима, народ. Его. Все, вижу, нормально. Та так и стоит, луч там, все, заебись. Ой. Дубар готовься, там скоро будут этот. Стаки на нем. Скоро моб появится. Насиливаем рейд, спел там. Череп. Этот нажимай, хуйни, бабл. Не забирай. Тиму, 14 стаков, откуда у тебя, блядь? Стаки лой. Рядом не стоял. Лучи, смотри. Все равно не понимаю. Вдох, лучи, блядь. Вынеси. Мало появились. Нету, вижу. Прости, что убило? Я так ему. Ну вон трэш стоит в рейде у нас. Редвар заберешь. Прист появился, жреца все бьем. Под боссом стоит. Бивайте так и жрецу заебал. Ну чё, блядь, тут моб лазит? Редвар, блядь. Редвар, Лёх. Ну вы, блядь, вообще бесполезны. Честно вам скажу. Жреца добивайте. Ну что вы творите, блядь? Моб появился, моб стоит в рейде. Выходит, блядь, провидец, провидца проебывается. Серьезно? Почему я, блядь, не проебываю своих мобов? Каз, блядь, вынесите, вложитесь. Вынесите себе, блядь, таргет босса. Там идут касты босса. Там есть вызов прислужников, каст. Гвар такой, как у него. По агру никак вообще не заберет мобов. Да при чем тут агру? Таунт нажать и вывести в сторону. Ты понимаешь, что эффект таунта 3 секунды, и потом после этого у него агро набрано 0, и эффект таунта 3 секунды. Он 3 секунды на него побежит, и потом бежит обратно в рейд. Ему похуй этому ламбу. Идет АУЕ там, он просто в рейде застрял. Ну, второй таунт дает. Или бдилка. Или бдилка не вести. У него таунты бесконечно должны откатывать, судя по урону, по рейду, блять. У него таунт должен быть, блядь, нон-стоп хуярить. Ну, таунт нон-стоп, это если на МТ кидать. Если его бьет в этот момент босс... Да всех тут в рейде бьет, понимаешь? Тут всех в рейде бьет, всем не проходит урон. Не факт, урон. Что от АУЕ прокает, там от прямого только урона. От каста, от прямого, от урона.
А от того я не фокает. Короче, нереально, ну, про товаром, вот ему, и именно конкретно ему нереально забрать. Это нужно на него напулить трем хантам, блядь, чтобы моб пошел на него. Набирать агро на нем. Чтобы дать дразнящий... Редвард, значит, тогда пускай становится на босса и вместе с тобой таунт. Ебать. Хули еще. Да, ну, а что, будет. По-другому как? Да? Ну, блядь, нахуй наш, тогда нахуй ваши протовары здесь, и нахуй вы их одеваете, если они бесполезны на боссах вообще. Давай я жреца подержу, все будет нормально. Давай. Народ поддержит провидца, я заберу моба, тогда окей. Чтоб про товаром что-то делать полезное, там нужно выдрачиваться, пиздец, 30 кнопок в секунду нажимать. Без Т5, блядь, без 4 кусков. А с Т5 чарж казни, все нахуй. Хоть агро есть. Нахер тогда на кой танк нужен, который нихуя не может. Ну, здесь нихуя не может. Ты понимаешь, Лёх, смотри, у тебя, допустим, грубо говоря, Т5, да? Ты нихуя не делаешь, ты просто стоишь, босса бьёшь. У тебя, нахуй, Т5 вылетает, нахуй, моб на тебе. Что я сделаю, блядь? Два раза таунт, нахуй, нажму, или что? Я даже Т5 могу не разряжать, блядь, этого, блядь, моба. Я нажимаю танк, кидаю щит, он на мне. У меня нет такого, что первая автоатака моба, блядь, первая автоатака моба проходит в хила. Там появился моб. Как там моб? Он появляется моб. Смотри, появляется моб. Если ты его таунтишь вовремя, и там, блядь, допустим, ну да, просто таунтишь вовремя, он хила не убьет. Это было нереально сделать по причине того, что моб появился в синем кружке, где весь ебучий рейд стоял. И до хила. Сейчас было... я все сделаю, жреца вам поддержу, блядь. Дайте моб... лапу. Там... Моб появляется, блядь, выбегает с самого края вот этого. Не, он... И он нихуя не сразу. Он близко был очень. Оник, когда что? Там надо было через макрос хуярить на цель. Опа. И то можно было среагировать, а выбрать мышка его еще успеть поставить. Даже табом. Библ, конь. Бафните вы кулак, нормально. Зачем этот варовский кри? Босс 2 паладина. Спасибо. Лапу-то дайте. У нас сейчас основная проблема, это то, что, блядь, мобы ложат рейд. А мобы ложат рейд, потому что не можете вовремя таунт нажать. Еще раз проверку даю. Можешь мне попробовать, как в тот раз поддержать? Кават на боссе со мной. Кулака на рейде нету, по-прежнему. На ком нету кулака? На рогах. На котах. На разбойниках. На котах есть. На хантах есть. Так этот кулак пропадет, когда АП крикнет вар. Поехали. Там-то забрал сейчас. Можете там пару втаков ставить, если что. Мобы появились. Шторм. Забирай. Заводи под босса, жрец появился, все по жрецу поехали.
все нормально, стоит приказ подводчик. Меня ставить. Давай, 17. Веди его, наверное, в сторону. Не бейте пока собаку, дайте огротом нам брать. Забираю монород. Забери кого. Все, можете бить. Леха, бабу нажал. Бабу. Не, не надо, бабу. Не надо, нет, нет. Нажал? Выдрай, бой. Все, она взрывается, не бейте ее больше. Ну и по огромке, конечно. Уже следующие мобы появились, ловите мобы. Жица, поехали. Каст не забываем сбить. Народ, подводи своего подлучи. Пробуй агро. Ебайтесь. Пускай на место так будет. Жица активнее. Череп вынесли. Видят 13 стаков нормального народ, давай пускай соберем. Будем мир. Зову. Давай болт какой-то. Вадима народ. Забрал с тем оба. Это... Сейчас поставлю, тогда только. Все, сливайте моба. Войда поднимите, дайте БР жена быстрее. Монород, потанчите там босс. Моба сливаем. Все, моб взрывает. Можете босса тоже. Забери. Редвар забрал. Сейчас мобы появились, метку вынесли. Мобов ловим. Народ проедет со стороны рейда. Жрец тоже. База. Чё такое? 100 стаков на боссе. Так. Забрал босса на себя пока что. Эдвард проходит. 4 моба. Все, положите. 100 стаков на боссе. Ебать. Нихуя, они рубят по 100 тысяч. Да какие 100 тысяч, вон, блядь, вообще босс. Видишь? Стою, блядь, даже никто не хилит, и нормально. Босс, кстати, клеивает. Да, клеивает. Настакивает, правда, на это. Получаем урон на темной магии, увеличен на 40%, суммируется до 30 раз. Дебаш, так это тебе босс. В такой форме это вайп, конечно, потому что он при смерти маленьких вот этих он 5% хп резает. Не, нормально, все нормально, в принципе, только лучи надо побольше закрывать. В смысле, он не резает, он наоборот уменьшает. Уменьшает или. Написано, теряет типа 5% здоровья. Это вторая фаза.
Нет. В смысле, соп, память лучима, народ, ты про что? Ты хочешь сказать, что это вторая фаза? То есть не обязательно до 30 доводить, можно превратить его в этого пидора, да? Или чё? Ну, видимо, да, я это говорю уже второй день. Да не, это хуйня. Так нахуя, да. Мы его так... Так а может, мобов больше не выйдет? Вопрос, да, в том, будет ли он кастовать эти стрелы ебучие, но, ну, в форме вот этого говна. Он кастует эту хуйню, нет? Стрелы, на которых меняться надо? Вроде нет. Ну так а если нет, может его есть смысл под дебафом минус 50 бить нахуй и эти сопли ебучие сливать. Ты хочешь сказать, что сопли стакают на тебя дебаф, вот этот, который стакается от лучи? Не знаю. Давайте этот, бежим леса. А, да-да-да, каст, сопли, это лучи вот эти, да? Ага. Я видел, ну они, а сколько они стаков? Стаков 5, наверное, да? Не, блядь, босс реально, ну, трудный нахуй, пиздец какой-то. Ты чё тут трудно, у нормально шла фаза, просто на боссе 100 стаков было, и вот чё вайпнули. Типа нормально шла фаза и по таймингам все успевали, все замечательно было. То есть жрец сливался, то есть я тебе больше скажу, даже в тот момент, когда выходили новые мобы, даже сопля уже заливалась. Да это-то нормально. Просто. Единственное, что на боссе 100 стаков собралось, вот на боссе надо как-то эти стаки еще перекрывать побольше. Может на лагеров еще. Ну каких-то. Надо, ну, чтобы, например, трех элемов вместо рогов. Чтобы перекрывали эти стаки частично, хотя бы набирали по 3, по 4. Вот, ну а для того, чтобы это делать... Вам три элема нужно вместо рогов. Оставьте конника, чтобы он сбивал косты. Просто элемы будут закрывать эти ебаные косты. Раз они оставили эту лазейку, значит, они знали, что делали. Они не могли не тестить эту хуйню с Ой, я тебя уверяю, тут настолько всем похуй, что, блядь, даже админа не тестят, они просто выпускают им до пизды. Что-то мне это напоминает, наверное, офф. Вообще все заебись. В этом плане все заебись. Ну, по крайней мере, мне все устраивает. Единственное, что сейчас одна проблема. Проблема со стаками на боссе. Чтобы на боссе стаки так не набирались, надо что-то подумать. Леха. Ага. С пылом они исправили что-то, хоть он на пэтов кидается, но с одного диспела 9 снимает стабильно. Я вот сейчас смотрел вот по рассеиваниям, но когда я там кидал, грубо говоря, ну, третий раз, да, там могло там 5-7 продиспелить, потому что там тупо меньше людей просто это было. А нет, первого четко. Все нормально идет, все нормально идет. То есть мы по таймингам все успеваем делать, все замечательно. Единственное, что проблема сейчас появилась с тем, чтобы стаки на боссе не копились. Так давай жрецом перекрывать, просто не давать ему взрываться и все, если не хочешь давать ему взрываться. Типа пусть там стаков 15 наберет и будем убивать его. Поймаешь, в чем проблема? Чтобы жрецом перекрывать, надо ему косты сбивать. Назначать человека, чтобы который на нем стоял, каст сбивал. Да они так и так. А так что, не сбивают, что ли, косты? Они. И он просто имеет, пока мы его бьем, этого ебучего леса, чтобы он тоже перекрывал луч. Ну, я про это и говорю. Ну, а вы думаете, что просто чтобы жрец стоял, ему давали. Не, зачем? Мы его бить будем так же. Он даже умрет быстрее, чем 20 стаков наберется, если все свичнутся. Ну, типа, мы же так били уже в прошлый раз. Ну, я помню это. Вот, ну, тут, типа, действительно надо этот, жрецом ловить эти лучи. Не ставить его просто в босса, да, и сливать. Ловить лучи и под лучом его сливать. То есть ты подводишь жреца и стараешься луч им споймать, чтобы на жреце тоже стакался луч. Тогда мы выиграем 50% времени. Просто придется тогда РДДшникам побегать за этим жрецом, потому что он будет хуй пойми где. Этот жрец может стоять, блять, под боссом.
Ну или под боссом, да. Лёх, тут купол будет на этом боссе нужен или нет вообще от ДЦ? Да я думаю, что вряд ли. Ну тогда можно 2Т5, 2Т4 одеть, чтобы от исповеди АОЕ за хил шел, если мы потом в центре все будем собираться и добивать босса. Будет неплохо. Босс притворился, ну, вообще не критично, блядь. Я могу его тащить, это, блядь, не робот, нахуй, который хуярит. А тут, блядь, вон там стаки стакаются, там 40% темной магии, вообще ничего. Этот. Короче, что делаем теперь? Короче, делаем следующим образом. Тоже все то же самое, все то же самое. Только жильцом Редвар пытаешься закрывать случаи. Мы его будем сливать. Да, понял, понял я. Положено, просто будем, ну, типа, лишние стаки забирать на жильца, чтобы меньше на боссе. Нам просто надо вот это время, блядь, растянуть, чтобы на нем 100 стаков не собралось. Растянуть до второй фазы. Мы, блядь, там, грубо говоря, 50% ему сливаем, да? Вот, и еще остается, блядь, 20%. И вот у нас как раз-таки вот времени на этих 20%. Понял я. Не хватает на стаки. Если бы у нас нормально по времени... То есть, в принципе, мы должны выиграть по времени. И этот, кстати, по поводу прохила. В принципе, там силить, когда сопля на мне, особо нечего. В принципе, она меня не сильно бьет. Женаин, еще раз. И когда босс вот переходит вот эту фазу, да, там на нем надо будет меняться ковад. Ну, типа, на мне там, допустим, 5 стаков темной магии. Потом тебе надо будет затаунить на себя. А так, в принципе, блядь, все идеально шло вообще. Озвучу, я с первого трайма я его ставил туда. Но вы сказали о том, что, типа, надо быстрее слить провиц. Типа, жреца не ставить. Не, ну смотри, когда два луча идут, да, и провиц... Типа, под луч идет... Рыба стоит. Я да, ну, Кирсбурден, свет отрубили. Тут дело просто в другом. Вы на провиц успеете 20 стаков набить до того, как другие выйдут? Просто чтобы скопления не было. Этот, кстати, кого сегодня не было? Чё, чё, встречало? Кирс, походу, отпал. Короче, кого сегодня не было? Вага здесь вообще нет? Босса на работе, топ-хил наш. Он ниже. У Кирса свет он написал. Давай, погнали так, похуй. Три хила? Да я сейчас посмотрю по стакам. Ну ничего страшного. Ну там на жреце или на ком там, на провидце стаки настакивать не с пула, а где-то через 2-3 луча лучше, когда лучи дофига. Санты что не хватает. Просто без хила, го. Все, поехали. Мужика. Да, хорошо. Вот это. Я хочу посмотреть, что будет со стаками по времени на жизнь. Ну, шо с боссом? Меньше, да? Кто-то у него детскую приправу кинул. Все, не валаепте, не слакайте. Ты агроном забрал просто, да? Угу. Первым можно так. Мабы появились. Сейчас убьем, поможешь, может наберешь. Мабы появились, если что. Дай на мне побудь.
10 стаков лучше кто-нибудь. Если бы Редвар тут шатости не давал. Приста, поехали. Провидец в приоритете, сейчас приста берем. Сейчас он на меня. Подведите крия. Ближе подойти. Вон, подведи приста. Сейчас я заберу, дай мне пока приста. Выйти. Сова. Ловите сова. Жреца добивайте. Нет, убери. Все нормально. А на этом пускай копится стаки. Пятнадцать, 16. Нету. Ой, сказал же нету. А, ебать. На автомате, нахуй. Народ забираю. Сливаю. Вроде да. Мопчика, РДД активнее. Ну или 16 стаков, да хуй еще. Пробу сейчас огром, узнаю. Это огром было? Да. Пап, забери лучше с Руби. У меня уже 10. Не набирайте стаки, аккурат. Забери. Мобы вышли, ловите мобы. Не успел. Провидца затаунтилась, а? Бить каст, может, не успею. Вот. Я летаю каст. Сбил каст. Спасибо. Все, подлучь его нахуй. Кинуть. Пробую огрочить. Все, приста подводи туда по дальний луч. На который на мне, на звездочке. Агро уже не получится. Зайди за приста. Все нормально, видишь? Все, метка. Значит, жреца добиваем. Нету. Подводи правиться. Все нормально, пускай направиться будет. Все, заебись. 15 стаков. Не ловите стаки под дохуя. 17, 18. Сейчас появится моб. Появился. Забираю монород. Не забираю, блядь. На лёгкий. Веду моба. РДД можете переключаться, блядь. Хильте маленький. Переключайтесь сюда, да? Это... Я скажу. Нет. Он на мне, да? Да, он на тебе. А чё за урон? Мне звездочок ёбнул. Даже под подавлением боли сложил. Да, потому что два стака со стаком совместились. Меня звездочок ёбнул, почему? Луч перекроется. Мобы, ловим мобы. Боится монород. Блять. Успел. Пробуй огрочить, у тебя первая агро. Забирай монород на себя провиться. Подводи туда в босса его. Ебну хп отдал. Чё сова жреца сорвала? Сорвала, бро? Блять, ну как это можно сорвать? Да очень просто. Короче, удаляйте своих протоваров, хуём. Белый чё? Даже на пол не помогает. Это, я знаю, что хотел спросить. А есть лут с Алара и с робота?
И, ну, стопроцентно, что именно стопудово эти вещи падают. Из соляры где-то есть? И, ну, в Атлас Луте в игре еще нету. А где-то есть инфа? Пожалуйста, кто знает. Вообще в Атлас Луте есть у меня, типа... Чё ты говоришь, Делорус? Кто-то скидывал в Дискорд позавчера, по-моему. Тебя чё именно интересует? С боссов, с конкретных лут какой падает, блядь, чтобы знать. Ну, есть, да. В Атлас Луте есть. А там 100%, ну, правильная инфа, то есть. Да. По крайней мере, Солара и с этого... Стражи бездны, то, что падает... По поводу бабл, по поводу напулов. Тут один конник только на меня напуливает. А ебашит его и все, блядь, ДДшники. Ну ебашим-то мы не сразу же. Ты когда ты, подводишь... Ты думаешь, я бью, пока это... Когда веду? Том-то и я нажимаю на, веду его. В том-то и проблема про товары. Про товар это стоящий танк. Чтобы им перебежки юзать, это нахуй... Ну. А, типа вот смотри, бить получается моба, ну идти как бы боком и бить моба так не получится. Да ты заебешься, понимаешь? Делорус, ты играл в Аром? Блять, я у тебя спрашиваю, какая хуразница тебе играл? Я тебе, не, я, чтоб ты понимаешь, что ты знаешь. Я тебе говорю, это нихуя не получится, потому что тебе на этом энкаунтере надо водить ебаного моба. Если ты будешь бочком ходить, вот он встал у тебя кастовать, а ты такой стоишь, тебя, ну ты набираешь агро, ты возле моба стоишь, он закончил кастовать, ты такой решил отбежать. Только ты отбежал на 5 метров, он даже с места, сука, не сдвинется, он начнет следующий каст, нахуй. Он у тебя не будет ходить, он у тебя будет стоять. Но агро у тебя будет чёрт. Нормально. Так никого нету, что ли? Камень есть, но я под боссом. И у меня СС, но я под боссом. Там шаман, а кто-то встал же. Я побегу тоже. Блять, нахуй ты встаешь? Кто-то согрел босса. На Некс, нахуй ты встаешь? Че, свейдился? Да не, просто запустил босса, блять. Пускай дохнет. Пускай бежит. Я вышел. Нахуя ты это делаешь? Сейчас там есть бой, нет? Нет. Вроде уже не должно. Встает, блядь, ретро-шаман с креста, а ты встаешь, блядь, подставляешь его. Бой запускается, блядь. Я вам скажу, для ДДшников Т5 нужен танк, который будет в Т5 держать вам. Все верно. Нужен протопал. Нужно 4-5 протопалов. Либо на самый крайний случай мой БДК. Потому что БДК может бежать из 30 метров хуярить ЛПшки. Хуй кто сорвет, когда, блядь. А про товар. Ну я же тоже в мили набираю агрок и про товар, блядь. У про товара бросок с рейнджа. Единственная хуйня, это героический бросок. Потом таун. То же самое, что у меня щит, блядь. Не то же самое. Щит 30 секунд КД, плюс ренжа на правосудие и несколько спилов там дальше, чем мили-атака у вара. Любая мили-атака. Любая тычка. Дальше. В смысле? У меня только щит есть. Там ренжи больше. Щит 30 секунд КД. Короче, протопал выигрывает у протовара на ренже. И этот, кто он? БДКшник, заебись будет. Это чисто по агро, типа, чтобы не въебываться. Короче, любой танк, кроме протовара. Ну, хотите... Не, протовар тут хуета. Не, ну, блядь, в Т4, Т5 нормально. У меня вопрос. Почему монорота получается? Давайте пианиста клонируем. Вот, кстати, чем друид отличается от, типа, ну, от протовара? Они же, типа, на Т5. Если вы по поводу агро, то, блядь, все хороши танки, нахуй, в Т5. Вы понимаете, да. Нет? Это... Да, у меня нету, блядь, Т5 4 кусков. Да. Я не могу вам удержать моба, когда вы, сука, стоите уже... 20 харь, блядь, в РДД, да, нахуй, в Т5, блядь, и суете свой дамаг, блядь. Да, ты... И один конник только напуливает. Да, успокойся, ты, ну, ничего с этим не поделать, это мы все и так знаем. Просто чем отличается Монрод, тем, что он с тычки набирает дохуища агра. С увечья. Он тычку дает, все, вы никто не сорвете. А, то есть он типа тычкует и убегает, и у него куча агра, правильно? Ну, конечно. Вы, блядь, смотри ближе. Вот, блядь, ближе. Или ты прибежал побегать. А, вот, да, блядь, я когда говорю, кнопку нажимаю, просто я бегаю на автомате.
Рыба стоит. Чё, зайти на БДК? Кто-то, блядь, на боссе там постоит. Кто там еще не стоял? Кому там, блядь, интересно, что там на боссе? Как-то кто уйдет? Сванароту, там, может, Редвар? Ну вот, Алоэ был. Я видел, тут его труп валяется. На прошлых ваших краях. Он же нормальный, я говорю, дед. У ДК с этим проблем нет вообще никак. Только мобы ложат рейд, блядь. Чё, зайти? А чё там, Луцы не хочет зайти похилить, например? Как же всё сложно. Не все умные, да? Один умнее другого, блядь. Причём здесь умные? Отвергая, предлагай. Отвергнули, вот я предложил. Отвергнули про товары. В чём проблема твоя? Три, только знаете... Тихо, четыре роги. Четыре роги напуливаете, блядь, жреца на Редвара. Блядь, если тут уже сейчас, если тут уже сейчас сорвутся... Лёха, давай я попробую. Только скажите, что сделать, я постараюсь. Да не надо. Слышишь, Лёха, это я четыре роги, если уже не выдержит. Но я уже тогда, блядь... Слушай, не буду зачем говорить. Ебаться? Это такая залупа, они охуеют это все делать. Они все равно бьют этого моба, причем тут это? Ну так, это все понятно, но зачем ебать Рок и Вара, блядь, который без Т5? Давай я до БДК зайду и подержу жреца ебучего. Чего вы ну делаете? а он что будет делать? Да я не ебу, ну пускай потаунтит босса, блядь. Ну просто побегает вокруг, выйдет сопля там, хуй знает. Просто... Это самая, блядь, простая вещь, где приходит самое малое количество урона, блядь. Просто побегает, хуй знает. И меня босс сложил, кстати, на прошлом пуле. Проверку даю. Ты, наверное, даунтом этим своим массовым сагрил босса заодно. Моба агрил и босса тоже сорвал. Ты понимаешь, сколько времени прошло, блядь, а меня босс сложил. Это как вообще? Ну, босс начал кастовать стрелы в тебя. Кулак и... лапу дайте. Тебя бил и босс. Все, тихо. Лёха, слышишь? Четыре роги напуливают на рыбару, все то же самое. На боссе кто? Коват? Так и был? Да. Босса не надо напуливать вообще. Пускай первый стак босс. Может, вместо кого-то еще? Первый Тихо, вместо этот. Первый напул отдали по боссу, все.